Антонио. Но для знающих людей каждое из этих слов имеет различное значение. Счастье – это приз, которого нужно добиваться. Приключение – дорога, ведущая к нему. Случай – это то, что подчас маячит из тени по краям дороги. У счастья лицо лучезарное и манящее, а у приключения раскрасневшееся и дышащее героизмом. Лицо случая мы видим его у себя в чашке чая, когда сидим за завтраком и ворчим, поедая котлетки и поджаренные хлеба. Искатель приключений – это тот, который все время поглядывает на заборы, пригородные рощи, луга, пока идет на пути к счастью. В этом и заключается разница между ним и авантюристом. Вкусить от запретного плода значило побить все рекорды в области искания приключений. Попытаться доказать, что вот это действительно произошло, настоящий героизм. Но быть тем или другим, значит носить беспорядок в космогонное творение. Мы-то с вами ведь добропорядочные и солидные граждане. Ну, закурим трубки, побродим детей и кота, устроимся в плетеной качалке рожком и подмерцающим газом рожками побежим на этот маленький рассказ про двух наших современников, которые погнались за случаем. Поясните. А не кажется ли вам, что в воздухе веет приключениями? Брожение в организме происходит. Манит дорога. Далее. А костюмчик жать начинает. Может быть, это вам пора на диету? А вот вы что читаете? О Генри. Одобряю. Но даже он пишет о приключениях. Разве? Мне кажется, о разнице двух миров. Мужском и женском. Сэр, о неожиданных ситуациях в жизни с легким элегантным юмором. Что говорит о том, что автор не глуп и джентльмен. Сэр, я частично не согласен с вами. Ситуация, описанная автором, это как раз авантюризм, приключения, чувства. Доказательства, сэр. Поговорим, сэр. Почитаем, сэр. Милые дамы, не откажете ли сегодня поддержать нашу мужскую компанию? Прошу. Фостер находился в настроении. Ему хотелось уйти отовсюду. Излюбленное настроение Фостера стояло в том, что на него находилось страстное желание стать в ряды охотника за случаем. Он был по природе искателем приключений, но приличие, происхождение лишали его возможности развернуться вовсю. Он исследовал все избитые тропы и даже большинство боковых тропинок, которые, по всеобщему убеждению, скрашивают скуку жизни. Но ему все было мало. Причина этого крылась в том, что он знал, что он найдет в конце каждой улицы. Он еще не знал той истины, что хотя наш мир не круглый, однако произведена квадратура этого круга. И настоящий интерес кроется в том, что находится за ближайшим углом. Побродив около часа, Фостер очутился на углу широкого проспекта и начал сокрушением глядеть на живописную старую гостиницу, ибо знал, что ему нужно там пообедать, а обед этот, увы, не был приключением. Ему пришла фантазия пообедать в каком-нибудь дешевом, даже подозрительном ресторане подальше от центра. Быть может, там произойдет что-нибудь выходящее из ряда повседневной жизни. И Фостер начал искать у себя в кармане деньги. Известно, что чем дешевле обед, тем необходимее за него заплатить. Слева от него, как будто в ожидании трамвая, стоял и смотрел на него с веселым видом какой-то человек. А ведь мне казалось, у меня был доллар. Знаю, смеясь ответил тот. Я нашел в боковом кармане пиджака ровно 2 медика. А вы не знаете, какого сорта обед можно получить ровно за 2 медика? Вот что я хочу вам предложить. Давайте пойдем вон в ту гостиницу и пообедаем. Побелом месте. Выберем лучшее блюдо из меню. Точно мы миллионеры. Когда мы кончим, мы разыграем ворла или решку, кому остаться и принять на себя гнев и месть официанта. Моя фамилия Айвс. Идет.
Наконец-то предстоит приключение на границе таинственной страны, где царит случай! Вскоре оба сидели за столом в углу ресторана. Айвс начал заказывать лакею разные напитки и кушанья с задумчивой, но уверенной сосредоточенностью человека, привыкшего чуть ли не с рождения разбираться в меню. А я один из тех, которые всю жизнь ищут романа с продолжением в следующем номере. Мне хочется наткнуться на приключение, конца которого я не в состоянии предвидеть. Бросать вызов! Вот что мне необходимо, как воздух. Наш мир вертится всецело, подчиняясь рутине и притяжению, и теперь трудно найти неведомую тропинку, на которой не нашлось бы столба с надписью о том, что вы найдете в конце ее. Я не хочу знать, не хочу рассуждать, не хочу угадывать, я хочу играть в темную. Но чем мудрее и цивилизованнее становился мир, тем труднее было встретиться с приключением, конца которого нельзя было бы предвидеть. А теперь давайте разыграем. На кого же должен обрушиться удар предстоящей судьбы? Ну, что же вы загадали? Решка! Объявил Айвс. Я проиграл. Предлагаю, когда подойдет лакей, вскользь заметить, что кому-нибудь надо позвонить. Я буду удерживать позицию и даже задержу счет на некоторое время, чтобы вы успели взять пальто и шляпу и уйти. Благодарю вас за прекрасный вечер, выходящий за рамки обыкновенности, мистер Айвс. Лакей приблизился к столу, словно подтянутый невидимой резинкой, и положил счет лицом вниз, рядом с чашкой проигравшего. Форстер взял счет и начал тщательно проверять итог. Айвс удобно откинулся на спинку стула. Простите, вы, кажется, собирались позвонить насчет театра в четверг. Вы разве забыли? Ну, сказал Айвс, усаживаясь еще удобнее. Это я могу и потом сделать. Человек! Принесите мне стакан воды! Хотите видеть травлю зверя, да? Надеюсь, что вы ничего не имеете против, сказал Айвс умоляющим голосом. Я никогда в жизни не видел, как арестовывают в ресторане джентльмена, пообедавшего на шермачка. Официант принес воду и остался у стола. Секунд 15 Форстер колебался, затем он вынул из кармана карандаш и нацарапал на счете свою фамилию. Лакей поклонился и унес его. Дело в том, что я, очевидно, не искатель приключений. Мне придется сделать вам признание. Я уже больше года обедаю в этой гостинице 2 или 3 раза в неделю и всегда подписываю счета. Видимо, и мне придется признаться, сказал Айс, широко улыбаясь. Я владелец этой гостиницы.